Всем здорово, песни свои, батютчика опасы, диву я себе, и сегодня вторая часть обзора, да, все меню, только теперь у нас КФС. Зачитываю меню, мега ролл оригинальный, мега ролл острый, боксмастер спешл оригинальный, боксмастер спешл острый, шеф-бургер оригинальный новый, острый шеф-бургер новый, чикен-бургер, биг-маэстро бургер оригинальный, биг-маэстро бургер острый, твистер из тостера оригинальный, твистер из тостера острый, твистер делюкс оригинальный спешл. Твистер Делюкс острый спешл, шеф-бургер Делюкс, острый шеф-бургер Делюкс, маэстро бургер оригинальный, маэстро бургер острый, чизбургер с луком, чизбургер Делюкс, мега ролл со вкусом трюфель, ай-твистер со вкусом трюфель, лонгер спешл, ай-твистер новый, 8 куриных стрипсов, 8 куриных стрипсов острых, потом крылышки ебаные, байцы, потом нагетсы у нас тоже есть, тут соусов несколько штук, потом картошка по-деревенски, по-деревенски со вкусом трюфеля, баскет фри, пирожок с вишней, пирожок с абрикосом, тут от клубника, тут от банановый, мороженое, раз, два, три, четыре, пять мороженое, ну по факту четыре, шоколадное уронил нахуй, когда вылазил с машины, так что такие дела. Вышло все это на 9493 рубася. Начинаем с бургеров. Итак, начинаем первый. Острый шеф-бургер Делюкс. Подождет. Сначала давайте обычного, чтобы ебать очко не сразу поносить. Захотела попозже. Так. Шеф-бургер обыкновенный. Выглядит вот так вот. В пачке весь уже вспотел, пока доехал до хаты. Оп. Вот такой у нас шеф-бургер. Какая-то желтая капуста там ассаная. Вообще, ля. Просроченная падаль, походу. Куда его, блядь, выкинуть? На салфеточку. Оп. Вот так вот, вот. Имеем вот такой бургер. Сразу пробуем, кусаем, кайфуем. Сука. Ухлы, курица ебаная, острый, блядь. Перо заточенное было, походу. Падло. Так, ну, вкус нормально. Какого-то хуя отдает остринкой, хотя не должна. Картошка, кстати, лоховская. Вот так вот нарезана. Как-то не очень выглядит, сухая. Ну да. Суховато. Так, теперь пробуем шеф-бургер Делюкс. Чем отлично? Ну, капуста уже свежачок. То, что надо, хрумкает, ебать, балдежно. Короче, тут дохуя капусты. Котлета, походу, та же самая. А, только это острый. Блять, тише пожить. Ой, это острый шеф-бургер. Нихуя, что-то не острый, блядь. Не понял прикола. Обманули. Да хуя майонеза? Что? Обманули. Наебали нахуй, пиздец. Не острый нихуя он. Даже не отдает остринкой. Далее. Еще один острый шеф-бургер. Бля, мы опять так пиздёж. Возможно, это просто, блядь, бумажка одинаковая у всех. Какой-то тоже бургер непонятный. Но острым не пахнет нихуя. О! Вот это острый. Потому что язык начал щипать. Как будто подмышку у себя лизнул. После того, как бегал. Значит, это непонятно. Это какие-то шеф-бургеры, но не острый. Вот этот острый. Лучше жарить не острый, потому что когда будете какать, анус печь не будет. Если жарить острый, то пизда анусу будет. Придется кастрюшу смывать, пока сидишь, чтобы холодные брызги обдували очко. Так, далее. Картошка по-колхозски, сельская. Немножечко пахнет тракторами, комбайнами и козочками. Пробуем. Ну, обычная картошка, поэтому вебеним сразу соусы. Их у нас 6 штук. Соус чесночный, соус терияки, соус кисло-сладкий, чили, кетчуп томатный, соус сырный и соус барбекю. Фу, блядь. Пока, сука, соус откроешь, ебаный картошка, блядь, уже завоняется. Так, чесночный пахнет вкусно, чесноком. Чесночный балдеж. Оставляю себе, на потом хлеб мазать. Терияки, скорее всего, будет говно. Говно. Это туда, мне такое нравится. Кисло-сладкий чили. Если туда не надрочили, то должно быть вкусно. Так,
стоят на месте, падают, дергаются. Чуть оператор ссаный. Так, вот это тоже вкусный со слиночкой. Кетчуп томатный. Ебать, он аж пернул. Ну, обычный кетчуп ни о чем. Соус барбекю. Должен пахнуть мангалом. Пахнет не мангалом. Угу. О, мне нахуй! Такое раньше в сухарике, ебать, ложили, помню, соуса. Бля, ну сырный, сука, у всех, конечно, кошмар. Бля, картошка вообще ни о чем. Наверное, хуже не хавал. Хуже только на мусорке. Невкусная, поэтому отставляем. Так, тут еще кот лазит, балдеть. Так, это мы попробовали. Бургеры, самый вкусный, конечно, острый, лучше вижу. Так, еще есть картошка с жареным луком. Фу, блядь. Блядь, этот соус на вкус, как пластиковую крышку или бутылку переплавляешь, вот такая же хуйня. Очень странное, блядь, какое сочетание вкуса. Но это хочется жрать, потому что это омерзительно. Это как козявки на вкус. Чужие. Так, это оставляем, это вообще невкусно. Так, острый направо. Сегодня мне, значит, направо то, что понравилось. Это острый шеф-бургер понравился. Соусы кисло-сладкие, соус чесночный понравились. Так, ну, пока что ебеним по бургерам. Тут написано просто «Маэстро бургер». Я не знаю, почему он, типа, не подписывает отдельно, чтобы понять, где шо. Но это уже какой-то заряженный ствол, такой пельмень огромный. Просто ёбнуться. С солёным огурцом, с капустой. Хорош шуметь, блядь. Кот. Ну, тут огурочка вкуснятина. И огурцы солёные вкусные. Вкусные точки, как огурцы кислятина ебаная. Да, эти норм. Просто что непонятно, что я, блядь, отлаживаю нахуй, чтобы в конце сказать, что вкусно, а что нет. Короче, остро пока что вкусно. Но это было не остро. Бургера осталось у нас 4 штуки. Надо было, сука, просить, чтобы подписывали. Фух, так. Еще один какой-то бургер. Выглядят одинаково. Но мне кажется, что этот острый. Внутри все так же. Соленый огурец, майонез и листья салата. Ну и какая-то трава тоже есть. Этот похрустящий. Такой завяленный, сука. И острый. Чучка не подвела. А, стриночка такая. Нахуй надо, одного хватит, поэтому налево. Это левые движения лоховские, такое мы хавать больше не будем. Так. Запьем-ка мы это все молочным коктейлем, чтобы поднос был пожиже. Это, по идее, коктейль шоколадный. А не, это ванильный. Ну, ебать, нормальный балдеж. Это у нас коктейль какой? Вообще хуй помешал на вкус, как пломбир обычный. А это клубничный. А это мороженое, походу, у меня. Ну да, мороженое. С кокосовой стружкой это вообще ёбнуться. Улёт нахуй. Так, открываем гигантский какой-то бургер. Просто ебануться, что за турбина. Примерно, наверное, как, ну, Титаник среди других бургеров. Тут, ебать, аж целых 3 ствола лежит, или 4. Нет, 3. Типа их было 3, 3 лучших друга. Все петухи, вот это движухи. Так. Ну, пожалуй, если были не петухами, в KFC бы не попали. Поэтому кусаем. Угу. Угу. Какие-то, сука, они все одинаковые. Мы бы меня наебали, тупо один бургер один и тот же в разных размерах ебанули, все. Ну, то есть он не острый. Сам по себе сочный, мясо сухое и пересоленное. Ну и больше сказать нехуй, поэтому это налево. Чуть-чуть острит еще, только сейчас отдало. Либо гаснит уже въебал, либо реально что-то в котлетке есть. Так, еще один тоже гигантский с 3 петухами. Внутри все то же самое, помидорка, капуста и соленый огурчик. Этот сразу острый. Сразу хочется запить его нахуй.
и больше никогда не хавать. Но балдежик прям присутствует, поэтому это вкуснятина. Так, какая-то маленькая детская хуетень. Булочка. Другая. Это какой-то maybe вегетарианская курица, которая червячков не ела, чисто зерно долбила. Потому что даже котлета зеленая ебануться. Ничем не пахнет. Что-то хаваешь как резину. И непонятно, что это такое. Ну, короче, что-то маленькое. Что шарит в меню, можете в комментариях по списку написать, что я хавал. Чтобы было всем понятно, потому что я нихуя не пойму. Но тут котлета реально как будто жвачку жуешь безвкусную. Итак, KFC Box Master. Надеюсь, сейчас не пропущу двоечку, когда открою эту хуйню. Одна у нас острая, вторая оригинал. Ну вот это острая, потому что острая сверху. Смотрим, что там внутри. Внутри мы имеем типа пита, такой конвертик с травой. Заросли какие-то папоротника там хуярят нахуй. Уже проросло все. Так, ну что, пробуем. Что там внутри? Картошка, мясо, помидор, соус какой-то и капуста. На вкус как чай Липтон, только с мясом и с горчицей. Ну вообще прикольная хуйня. Так, а теперь острый. Все то же самое, только картошка тут в ахуе решила выебнуться, типа спереди мясо появиться. Поэтому выскочку ебаную запиху назад к сородичам, пусть там, блядь, сидит пропёржуется. Пахнет какого-то хуя реально чаем, сука. Принцесса Нури вот это, поняли, сраный? Угу. Не, острый вкуснее. Это вообще на кровать кинули. Хай валяется. Так, погнали теперь ебашить вот такие движения. Тут мы что имеем? Какой-то картошку я хавал. Вот это какая-то штука. Вот тут вообще штука с какими-то, блядь, со смолой, походу, с крыши. Стекало, наверное, когда ремонтировали. Ну, кстати, вкуснятина. Соус вывозит. Мясо обычное, петушиное. А соус так-то нормально вывозит, поэтому направо. Так, вот это хуй помешал в лучке. Поэтому жрать будет оператор. Давай, падаль, комментируй, что это за хуйня. Потому что, ну, с цибулькой, ну его в пизду. Не, ну в принципе. Короче, ебаная кислятина, непонятный соус и лук гомяный. Было бы пиво, хорошо пошло бы. Ага. Хорошо, что мы не пьем. Так, далее у нас наггетсы. И вот такие движения, крылышки остренькие. Ну это, блядь, классика, по-любому все знают, что это такое. Ну это, кстати, ведерко. Не знаю, чем оно, как оно называется. Но курица балдеж. Уже сейчас на желудку пизда. Он уже воет. Уже говорит, иди нахуй, долбоеб, со своими обзорами. Заканчивай, пидор. О, осуждай. Короче, вот это очень похоже друг на друга, только планировка у наггетсов мягче. Но тут жестко. Вкус курицы один и тот же. Сейчас рыгану. Хух. Крылышки. Смотрим, помним, какие были во вкусной точке, где шкурки было дохуя. Тут тоже шкурки дохуя, еще и татуированная курица была, вон черная такая хуйня какая-то идет под кожей. Походу на пояснице был какой-то текст выбит, как у этой, как ее, блядь, Жали Анжелейка. Угу. Ну, остринка чувствуется сразу. Гастроэнтерологи в ахуе, завтра будут. Клиентик подъедет нахуй, в тотале уже. Готовенький на все лекарства. Ну, в принципе, движушка вкусная. Поэтому направо. Теперь у нас хуй пойми что.
2 KFC Mega Roll и 2 KFC Twister. Вот Twister и бомба. Вот что из них что значит, я в душе не ебу. Ебать, клубничный залетает только так. Один острый, второй оригинальный. Даже ебалом заклеили, чтобы, наверное, походу не открывал, мы бы ему пизда. Еще и этот один острый, один оригинальный. Так. Ну, бля, он на вид выглядит, как вот эта движуха. Ну, оно такое и есть, да. Наподобие. Эх, блядь, вахуй! Эх, блядь, что они туда насыпали, суки? Хух, ебать. Так это, походу, одно и то же, только это выглядит как твистер. Но я это не буду даже пробовать. Там тупо одни и те же ингредиенты. Такой же кусок курицы, такие же соусы, и вместо картошки по-сельски картошка фри. На нахуй. Поэтому просто попробую острый сразу, чтобы говорить, потому что, ну, нахуя два раза, блядь, одно и то же. Так, ну тут-то уже, ебать, ствол заряженный. Острые должны нормальные быть. Ох, ебать. Блядь, пахнет этим лухом жареным, обоссанным. Очень твердое мясо. Мне как 30-летнему беззубому делу тяжело это хавать. Поэтому мы его запакуем назад и в течение 2 недель вернем. Потому что есть типа, права потребителя. Это налево. Ну, кстати, нихуя не остро. Либо я до соуса не дошел. KFC Twister тоже попробую, только острый. Но мне кажется, что это такая же залупа, только маленькая. Но оно помягче должно быть. Ну хотя мясо тут другое. Ага. Короче, я сразу чувствую, что оно острое. У меня уже сопли текут. У меня уже слезы. У меня уже пизда. А у нас еще чизбургеры. Ляп, ляп. Острый шеф-бургер, KFC чизбургер. Блять, что так много острых шеф-бургеров? Так, это я не знаю, что. Выглядит вот так вот. Гигантский кусок мяса. Капусточка, хоть немножко зожа. Пахнет костром, кстати. Блять, тоже острый. Ну это пизда. У меня сейчас, блядь, прожжет нахуй жопы, блядь, кровать сзади вспыхнет. Ебать, он пизда какой острый, нахуй. Все, что было за него, это все было хуйня, ебать, его вообще жрать невозможно. О, попустило. Чизбургер, наконец-то, без остринки, я так подозреваю. Вот так вот выглядит, это снежнейший кусок сыра, закипевший в пузырях. Тут два кусочка курочки, кетчуп и огурчик. Так, мясо нежнейшее. Ну и все. Огурец обычный. В жопу вроде от геморрой не запихивали. Вкуса говна не замечено. Ну, бля, обычный. Даже не отдает сыром нихуя, поэтому я бы не сказал, что это чизбургер какой-то. Так, твисти, вот это мне не понравилось. Вот это балдеж. Вот это тоже балдеж. Также у нас есть... Ох, ебать! Я только вообще не знаю, тупо карачок зажарили, что въебали говна нахуй, все думали, что, блядь, еще и черный нахуй, ля, охуеть, блядь, курица в ахуе была, походу. Сразу с сарая забрали. Так, ну тут еще жрать и жрать, а я уже не могу. Ох, я прошу прощения, кто хавает вместе со мной за эти отрыжки, ну а что, что естественно, то не безобразно. Пробуем теперь все курицы. Ну ножка это ебнуться, как они вообще до такого додумались? Я такого никогда не видел. Очень хорошо прожарено. Очень вкусно, короче. Ну, такое спорно вкусно, но если что-то будет вкуснее, то это туда нахуй. Так, это я уже пробовал или это кто-то хаванул? Пробовал, да? Значит, вкуснятина. Это у нас что такое? Там, блядь, ебать его в рот. Заебали перчить нахуй все. Дайте выжить гастритникам.
Ой, это что, не острое? Не, короче, это острое, но в меру. Тоже вкусняшка, короче. Так, теперь у нас есть какие-то вот заначки, хуй пойми. Как будто кто-то что-то пытался вынести, нахуй, с поваров с собой. Но потом пришел я и решили продать, блядь, мне. Так, есть обычный белый маленький, черный большой. Не знаю, почему выбрали, конечно, такие цвета. Но давайте пробовать. Ага, имеем какой-то лаваш. На вид как сморчок. Капуста пахнет алоэ, потому что сопли потекли. Кто не знает, алоэ вызывает раздражение в носовой движухе, и ты чихаешь постоянно. Это мы сразу. Напоминает чем-то вкусная точка. Там подобная пита, по-моему, или что-то такое. Почти с таким же соусом, отлично. Поэтому сюда, мне не зашло. Черный, гигантский теперь, пробуем, что там. Или он такой же просто намотали. Или он, походу, такой же, его просто жестко замотали. Прошу прощения, пробовать не буду, там этот лук опять ебаный нахуй. Короче, это, походу, то же самое, только с луком ебать. Но я уже дрестать не хочу прям жестко, чтобы жопу разрывало, поэтому сегодня мы поэкономим немножко. Так, теперь у нас есть два твистера. Я же уже, блядь, жрал нахуй твистеры. Это такое же самое, в принципе. Острый, оригинальный. Ну, блядь, пробуем сразу острый. Это какой-то другой тут, белый твистер. Они поменьше. Этот красный. Ну, скорее всего, да, это реально вопрос в размере. Та же курица, тот же запах чая. Та же сушеная капуста. Поэтому я его хавать не буду. Предлагаю уже перейти к ебаным десертикам. Панакота. От изжоги у меня будет икота. Пирожочек раз. Пирожочек два. Макароны. Ебать, лапша, походу по-флотски. А, не, это какое-то печенье ебаное. Пизда, на ебане написано макароны. Ну вот, макароны, сука. А, блядь, тут печенюки. Найс. Я такие приколы не понимаю. Тут что-то у нас... Блядь, это с луком какая-то хуйня, нахуй. Ебать, нюхнул, отрыганул. Так, и пончики, которые называются у них донаты. Будем пробовать сразу панакота. Что там, срок выложено 6.02.24. Видос этот когда будет выложен, хуй пойми. Так, я завалил себе ложки нахуй, поэтому вот так вот. Пробуем, ебать, мягкая. Хуйня. Ебать, залупа. Блять, фу! Ну, странный вкус, непонятный. Это манго, походу, или что это такое? Условия хранения не выше 11-18. Бля, значит, желудки не сохранится, будет говно, походу. Срок годности дофростирован. Блядь, такие слова. Короче, непонятно, что это. Какая-то химия-химия, вся залупа синяя. Пробуем макароны. Фисташковые. Ебать, с огурцом посередине. Да шучу, это соус. На, занюхни, брат. Вкусняшка, да? Короче, фисташковый вкусненько. А это у нас что? Это сгущенкой просто отдает, но тоже вкусненько. Ну, фисташковый прям вообще балдеж. Так, теперь у нас есть пончики. Пончики мы сейчас открываем с кайфом. Ага, вот такой, как в Симпсонах, когда полицейские хавали. Внутри начиночка есть. Но отдает старостью. Грибаной. Либо от меня, либо от пончика. Разберемся немножечко позже. Вот такой сильно приторный вкус, непонятно, мне не нравится. Мэйби шоколадный будет другой. Пахнет свежей краской, как в которой машины красят. Или лаком. Походу черным натуре въебали лаком с под ногтей. Немножечко горчит. Короче, невкусный. Да ебать, чернила что ли наебашли? Так. Милкшейки. Оп. Опа. Ага. С кокосиком. А этот... А этот с сухариками. Пробовать будем их
Конечно же, вилкой. Потому что он кто милшейки по-другому ебашит. Вкус только шоколада, кокос не чувствуется. Байбу тугарится, то не шоколад, нихуя. А это, кстати, не сухарики. Так это, наверное, не милшейки, это, блядь, мороженое. Кто нахуй сухарики будет через трубочку хуярить? Короче, они все какие-то одинаковые на вкус. Вот мороженки, походу. Ну да, вот это мороженое. Ну, клубника обычная, ничем не примечательная. И... Неси, братан, сейчас вместе срать пойдем. И то обычный пломбир. Короче, что, господа, в принципе, вроде бы я сожрал все. Я в ахуе, желудок в ахуе, жопа в ахуе. Унитаз будет в ахуе. Это стандартная концовка всех моих видосов, обзор найду. Поэтому ставим лайки, подписываемся на канал. Пишем любой комментарий. С вами был Батюшка Пас, целую. Всем пока.